Всегда считалось, что новое поколение отличается от предыдущего, и такова точка зрения и по сей день. Но насколько сильно изменились подростки за последние 100 лет? Хотя мы не можем сравнить их личные качества, сохраненные фотографии позволяют нам оценить внешний облик молодых людей начала 20 века. Так выглядели подростки Непала и Китая. Алжир. Такие фотографии подростков были популярным сюжетом для открыток. Англия. Слева. Школьница из Кенсингтона, Лондон, случайно попавшая в объектив фотографа. Справа. Группа детей и подростков направляется к озеру Серпентин в Гайд-парке, чтобы порыбачить. Шотландия и Ирландия. Фото справа – одно из самых первых цветных фото Ирландии. На нем изображена 14-летняя девушка в традиционной одежде. Румыния и Албания. На фото справа запечатлены две албанские девушки 13-14 лет. Одна из них, та, что слева, в будущем станет известна как мать Тереза. Япония. Слева девочки Майка, будущие гейши, отдыхают на балконе. Справа ученицы школы Фукуока. Именно там впервые появилась всем известная матросская школьная форма. Аргентина и Мексика. Серьезная девочка на фото справа. 13-летняя Фрида Кало. Испания. Слева – инфанты Мария Кристина и Беатрис. Справа – 16-летний Федерико Гарсия Лорка. Греция и Кипр. Слева – молодой греческий партизан Константинос Мурикис. Справа – школа Марии Кристодулу. И Австрия, и Люксембург. Слева – принц Эрнст фон Гогенберг, один из четырех детей австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Справа – принцесса Антония Люксембургская. Индия. Так выглядели индийские подростки. Австралия и Новая Зеландия. Слева 16-летний Уолт Дисней, справа Ооби из племени Каева. Бельгия, брат и сестра, принц Леопольд и принцесса Мария Жозе Бельгийские. Швеция и Финляндия. На фото слева запечатлена принцесса Ингрид Шведская. Россия. Так выглядели российские подростки примерно 100 лет назад. Франция. На фото справа юный Рене Лакост, будущий теннисист и основатель марки одежды Лакост. Филиппины. Так выглядели подростки Филиппин в прошлом. Италия. Итальянские подростки прошлого. Нидерланды. На фото подростки Нидерландов прошлых лет. Венгрия. Молодое поколение Венгрии прошлых лет. Польша и Эстония.
Эстонские школьницы на фото справа словно подражают фильму «Ревущие 20-е», стараясь выглядеть по-взрослому круто.